И всем привет, ребята! И сегодня мы будем распаковывать новую акцию в ленте. Это космики. Вот такая классная акция, космики. Вот. Да, давайте же мы посмотрим, что там такое внутри. Сначала на свет. Там что-то круглое. Это планета. Ладно, с этим-то мы разобрались. Ну вот какая? Сейчас посмотрим. Аккуратно, чтобы не порвать сам космик. И это у нас космик Солнце. Это Солнце. Оно очень горячее. Оно находится с самой первой звездой. И самой огромной в мире. Бывают планеты. Ну, например, как Земля, Нептун, Юпитер. Все они есть. И даже Уран. Но только есть Альдебаран. Он больше Солнца в миллиарды-миллионы Google раз. Вы представляете? Ладно, первый нам в коллекцию. Это мусор. Открываем следующий пакетик. Ой, тут уже космик. Главное его мне точно не порвать. И что это за космик? Это похоже на футбольный мяч. Ну, в смысле, баскетбольный. Но на самом деле это Венера. Моя любимая планета, кстати. Это... как ее там? Венера, котик. Я знаю, что это Венера. А чего спрашиваешь? Да просто так. Вспоминаю у тебя память. Кстати, всем привет. Я котик Барсик. Ну, хозяин меня называть просто котиком. Ладно. Так, что там у нас дальше? Второй в коллекцию, ладно. Теперь я открою другой космик. Ну, в смысле, следующий пакетик. Открывать я их буду вот так. Ух, а тут у нас что-то с кольцами. Тут у нее тут сеточка, так сеточка. Осторожно. И это Сатурн. Сатурн очень большая планета и с кольцами. Вот такая планетка нам в коллекцию. Кстати, вы знаете, что моя любимая планета – это Венера. Котик, ну ты это уже называл, нам говорил. Ну и что, я просто еще раз это сказал. Ну, котик. Мы открываем следующий космик. Интересно, что в нем будет? Да брысь. Сейчас откроем и посмотрим. Так, это мусор. Сверху у нас что такое? Это у нас, похоже, другая планета с кольцами. Ой, простите. Простите, ребята. Я ее порвал на две части. Ну, вот только где вторая часть, мне неизвестно. А может, она в мусорке? Ее тут нету. Ну, ребятки, простите, я порвал. Нету штучки. Ладно, пофиг. Добавляем в коллекцию. Их у нас уже много, а редкий метеор. Давайте-ка мы посмотрим, что тут. Тут что-то маленькое. Только бы это был метеор. Метеор да метеор. Теперь я мусора буду класть на стул. Да открывайся, это же ты вредный, ты пакетик. И там у нас, конечно же, не он. Вот только не он. Ну и тут у нас, конечно же, не он. Это другая планета.
Напишите в комментариях, ну, как она называется. Я уже не помню. Но все равно она в коллекции. Кстати. А давайте мы будем открывать пакетики и задавать комментарии для ребят. Ну, котик, ладно. Котик, мы будем задавать вопросики зритель. Котик, ты куда? Я куда-то улетаю. Котик, ты где? Я на Венере, на моей любимой планете. Ну ладно, ну на Венере и на Венере. Ну, ты прилетишь прямо на пакетик, я надеюсь. Так, следующий пакетик. Ой. Так, это у нас что такое? Непонятно. Ну ладно. Ой, а тут у нас пустышка. А, хотя нет, там что-то есть. Что? Это Плутон, самая маленькая планета во Вселенной. Плутон, ну вы посмотрите на эту малютку. Плутонище. Ну, не Плутонище, а Плутончик. Плутонище — это огромный Плутон. Все же это знают. Ладно, я опять тут. Мы открываем следующий космик. Так, и внутри он. Внутри он у нас. Что это за звуки? Вы слышите? А-а-а. Котик! Что ты наделал? Я просто упал. И чё? Ну, разбомбил тут всё. И чё? Ой. Я разбомбил тут чё? И чё? Ну, котик. Я ж тебе сказал, что ты... прилетишь прямо на космик. Ну, не на космик, а на пакетик с космиком. Редкий! Ребята, мы это сделали! Мы нашли редкий! Это астероид! Астероид! Вот такой классный астероид, он падает вниз. Вау! Редкий! Котик. Да чего тебе надо? О, редкий! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Котик, его нельзя есть. Это экспонат. Ну, если экспонат, то ладно. Не буду его есть. Ладно. Нам в коллекцию. Открываем следующий космик. Открою я лучше снизу. Потому что правда. Вон там, наверху. А если бы я порвал тут, то порвался бы вот этот. Кстати, кто не заметил, то они все, ну, рабочие. Их можно прикреплять на одежду. Вот тут эта штука, ее можно отлепить и все, и приклеить, ну, куда-нибудь приклеить. Так, и что там за планета? Походу, это Луна, нет? Да, это Луна, ребятки, это Луна. Луна — это, ну, как бы так, сестренка. Мяу. Ладно, братик Земли. Вот это моя школа. Котик, ну что ты все разбросал опять? Это я все разбросал. И правда, я. Извиняюсь, мяу. Ладно, котик, все. Давайте открывать оставшиеся 4 пакетика с космиками. Их у меня осталось 4. 1, 2, 3, 4. Я не ошибся. Ладно. Открываем космик.
Я открою вот тут. И попадается у нас Марс. Марс, нам попался Марс. Марсище. Морозище. Ладно, ладно. Он идет после Земли и его брата Луны. Он не такой, что и горячий, но все равно. Вот такой. Ты мне напоминаешь дракона. И правда дракон. Но мы добавляем в коллекцию его. Осталось 3 пакетика. Эти 3 пакетика я сейчас открою. А вот тут аккуратненько, прям вот тут. И это у нас Юпитер. Самая большая планета. Из планет. Солнце это не планета, это звезда. Вот это моя школа. Ты это уже говорил, котик. Мяу. Котик, ну не прихорашивайся. Ладно, я тебя поглажу. Мру. Мяу. Осталось 2 пакетика. 2 пакетика. Интересно, что нам выпадет? Надеюсь, нам выпадет Земля. И правда, это Земля. Земля – это наша с тобой планета. С вами. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не надо ее есть, котик. Ну, в смысле, Басик. Как там тебя зовут, забыл. Ладно. Бобик, господи. Вот такая Земля. Она очень красивая. Кстати, Юпитер в коллекции. И последний космик. Что нам тут выпадет? А, ничего страшного. Кстати, а вы заметили тут вот этого вот марсианца? Ладно, откроем вот тут. И там выпал Уран. Уран. Это холодная планета. Она предпоследняя во Вселенной. В Солнечной системе. Предпоследняя. Последний это Плутон. Он самый маленький. Именно самый холодный. Но хоть он и, конечно, серый. Но даже не голубой и не синий. Он просто серый. Ну, как Луна и Меркурий, да? Мяу. И на этом мы заканчиваем наше видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Всем пока-пока. Мур. Мур.